Екатеринбург. Региональная выставка работ мастеров народных художественных промыслов и ремесел Свердловской области. 11 декабря в 17:00 в выставочном зале Центра традиционной народной культуры Среднего Урала состоится открытие региональной выставки работ мастеров народных художественных промыслов и ремесел Свердловской области «Сказка мастера» в рамках проекта «Традиционные промыслы и ремесла Среднего Урала». Лаковая роспись по металлу. Урало-сибирская роспись по дереву. Уникальные, неповторимые изделия из бересты. Кузнечные работы. Художественный текстиль и, конечно же, произведения мастеров-камнерезов. Все это можно будет увидеть на выставке. Вход свободный. Справки по телефону. +7 343 257 37 82. Адрес: Екатеринбург, улица Чапаева, 10.